летчик снайпер. Подполковник Юрий Спрянышев. Военный капитан Денис Половко. Военный летчик первого класса. Выполняйте. Позволяющие обнаруживать и поражать цели на большей причине производимых Уралвагонзавода. Прошу обратить внимание на левую сторону демонстрационной площадки. Из-за бруствера выдвигается колонна бронетанковой техники. Машина предназначена для обеспечения продвижения войск, в том числе и на радиоактивные пиросигналы для обозначения прохода в них на ход. А впереди на пути движения колонны препятствия, искусственно создан движение образовал. Страшные характеристики. На трассу выходит основной боевой танк российской армии танк Т-90С. Танк для диверсионного препятствия, вертикальное средство. С углами подъема цифровым баллистическим вычислителем, автоматом сопровождения целей и уникальным комплексом управляемого вооружения. Thank you.